Апатитских и кировских подростков проверили на знания истории государства. Для ребят провели Росквиз – историческую викторину. Участниками стали те, кто летом совмещал приятное с полезным, успевал и отдыхать, и трудиться. Впереди у ребят 4 раунда. В каждом не менее десятка вопросов. В основном из курса истории. Вся молодежь у нас, если что-то и забыла, то сегодня вспомнит и отложит в своей памяти на совсем знания по истории России. Собрать трудозанятых подростков для участия в Росквизе – идея Молодежного совета Объединенной профсоюзной организации «Апатит» и Регионального совета сторонников партии «Единая Россия». Так, подобные мероприятия для меня не в новинку, и вот приятно видеть, что юную, трудоустроенную даже молодежь, которая готова, говоря, не тратить свое лето на отдых, а как бы приносить пользу обществу. Эти ребята действительно не сидели летом без дела. Активно помогали взрослым. Этим летом я работала в библиотеке на Пушкина. Мы там много чего делали. Там и протирали пыль, и книжки протирали, стеллажи, склеивали газеты, разбирали газеты. Я работала этим летом в Ледовом. Мы сначала мыли стены на ледовой арене. Потом мы были на улице, убирали клумбы, сажали цветы. Убирали сорняки, ухаживали. Этим летом я работал в администрации подсобным рабочим. Вот и сегодня они снова при деле. Разбиты на команды с оригинальными названиями. И внимательно слушают вопросы ведущей. Штабс-капитан Нестеров известен как автор пилотажной фигуры. Ответ А – бабочка. Ответ Б – штопор. Ответ С – мертвая петля. Ответ Д – пикирование. На раздумье 10 секунд. Оперативно выбрать правильный ответ получается не всегда. Ну, не все, честно, не все. То есть про роспись, про флаг мы это не проходили в школе. Вот. В целом вопросы по сложности, они средние. Самый простой вопрос. Про в честь кого был назван первый университет в России. Ваш ответ? Ломоносов. Повторить школьную программу в преддверии 1 сентября всегда полезно, особенно в игровом формате. Ребята таким оригинальным уроком истории остались довольны.